Здравствуйте все, приветствую вас на канале Just Play, и мы продолжаем проходить Bound by Flame. Так, как я понимаю, мы уже почти в финале своего путешествия, и сейчас мы будем начинать охоту на ведьм. Нам нужно устранить трех наложниц Черного Иния, и когда мы их устраним, мы сможем устранить главную наложницу, которая не дает нам пробраться к этому гниющему ублюдку. Так, и давайте начинать. Так, попутно нам надо что-то еще какие-то побочки сделать, я помню. Так, ага, освободить проход к трупу принца и найти пропавших свободных личников. Ну, этим сейчас и займемся всем. Так, кот, не кричи. Мне сейчас не до тебя, у меня тут мертвяки на подходе. Мэтрэш, давай, гасим уродов. Ой, что я делаю? Так, стоп, а почему он тыкает? Мэтрэш, гаси давай его. Ну, тварь. Чё у меня здоровье оригинально что-то, что? Потому что, видно, я из боевой зоны выходил. Ах, гнида. Да давай уже дохни, мразь. Ты меня кумарит. С ними неинтересно драться, и так долго еще. Да хватит мне бить одним ударом. Хватит, на. Фух, наконец-то. Лёх упырь. Так, куда мне идти? Все задания во владениях Черного Иния дальше. Да, хорошо. Так, сейчас я сяду поудобнее. Вот, вот так. Кузя, что ты орёшь? Котик мне что-то разбил. Ой, генерал, не-не-не, генерал. С тобой я не хочу общаться, ты кумарной. Так, карта. Куда мне идти? Одна тут. Одна тут. Ну, идем к боссам сначала. Так, ага, это не наверх, сначала надо подняться. Так, сейчас одну минуту, я успокою кота. Так, и продолжаем. Так. И нам, по идее, сюда. Ну да. Так, это ты отсюда, тварь, выйдешь? А вот ты уже стоишь тут. Стоп, а какого хрена их били? Oh, crap. Like we needed this. Так, ну давай, Мэтрс, чё? Понеслась, как говорится. О, да, нет, походу нам хана. Что делать? Ну
Мэтрес! Нет, его загнали. Так, все, мне борода. Так, что делать-то, мать вашу? Да нет, это все, это смерть. Верная смерть. Я, причем, вообще не понимаю, как мне можно выжить или победить. Ай. Уроды! Почему вы все толпитесь вместе? Стоп, ей урон почему-то не наносится. Беги, твою мать. Ах, вот гниды мерзкие. Так, она одна старается держаться подальше, другая идет в атаку все время. Да, ёп. Вот это. А хрен его, как тут вообще быть? Твою ж мать. Да хватит меня бить, ублюдки. Таня, я не понимаю вообще как. А, у них у обоих есть жизни. Да, это маразм. Куда я пришел, спрашивается. Мне кажется, мне проще умереть, потому что я не знаю, что мне тут делать. Или ходить потихоньку, ковырять, не знаю, это типа нечисть мелкую. Да двигайся, какого хера ты стоишь, идиот. Блин, понимаете, не получается их так, чтобы оттянуть нормально от этих. До того, что бьешь. Как же меня это достало. Так, один готов, лучник, но толку мне от этого. Ой, твари, ой, твари. Так, ну что, лучника больше нет. Так, подождите, давайте я сейчас наделаю аптечек. Ай, стоп. Так. Но эти, в принципе, медлительные. Особых проблем мне не доставят. Блин, ну если... Валь меня это еще не заморозило. Блин, у вас еще... Если бы не хотя бы одни жизни на двоих были, а так... Вообще, там, думаю, затянется надолго. Я вообще выживу еще. Да хватит метать по мне вашу херь. Какую тварь. Так, короче, будем просто их медленно ковырять. Ага. Сволочи, знаете, замораживают меня. Я, конечно, мог попробовать заковырять мелких, но они тоже очень крепкие, это
займет очень много времени. Так, давайте, надо тянуть сюда. Ах ты ж тварь, да ё-моё. Почему он так долго встает? Зайди ко мне, тварь. Пошли нахер. Да, а это надолго. Ай, сволочи, все равно попало. Так, давайте еще маны выпьем. Натворить. О, у них еще и такие атаки есть. Ну хотя бы они долго их кастуют. Ай, сыпанула, падла по спине. Так. Твою мать, нет! Ах ты ж тварь. Да все ты, мразь. Да, это реально надолго. Да не знаю, может маленьких будет заковырять быстрее. Ну что-то в этом сомневаюсь. Ну подождите, а? Ай, беги, беги, какого хера ты просто остановился, идиот. Вот так. Арбалетные болты сделать. Да, я как бы... Я забываю про это. Ее отравил. Тебя отравил, да? Тебя еще отравил. Вы будете ли вы от этого подыхать или нет? Я сейчас, наверное, как-то херово они от этого подыхают. Так, нет, не то. Так, это ее жизнь мне показывает. Либо нет. Да, не ее, вот, вот этой дряни. Вот так. Да? Да нет, да какого хера? Беги! Ледяные мины у них еще есть. Нет, нет, все есть. Колдуй, колдуй, мразь. Ай. Так, ладно. Давай, главное не взрываться на минах. С остальным, в принципе, справимся. Давайте, да, давайте. Вы же быстрее этих доциков мелких. Ай, копытами своими дуральскими. А это опять колдует. Мрази. Так, стоп. Ладно. Используем еще одну тактику. У меня есть мины ловушки. Ага, у меня их 4 есть. Делаем еще 6 штук, чтобы был десяточек. И теперь... Как-то их надо поставить. Вели. Ага, вот.
Ой-ой-ой, колдует мразь. Да, нет. Идите, твари, сюда. Черти, давайте, вы взрываетесь хотя бы. Вот так вот. Хотя урона, блин, наносит не так много, я надеялся. Ай-яй. Давайте, твари, на мины все. Так, быстрый у. Так, ага, больше нет. Беги, брат! Твою мать! Чуть не натупили жестко. Вот так, тварь, вот так! Ох ты ж, сволочь. Так, ладно, я понял. Ну что, будем просто тогда их пока вырять. Так, они особо, блин, дружить не хотят. Давай на них не хватит. Фух, а это проблематично, я вам хожу сказать. Давайте я полечусь, чтобы на всякий случай не накупить и не умереть. Так, вот нехер зажимать, ублюдки. Да не хватит стрелять, тварь. Ай. Фу-фу-фу, как же это долго, блин. Не знаю, что лучше. Давайте еще арбалетных болтов сделаем. Так, а не туда. Ты, блин, куда ж ты стреляешь, идиот? Ах, как ты мне достала, мразь тупая. Просто стрелять. Ай. Размерзайте быстрее. Ты машешь своими копытами. Да блин. Да блин. Когда ж вы, мрази, сдохнете? Так, все, болты кончились, ну и хрен с ним. Давайте уже добивать этих уродец. Уродец. Уродок. Ой, одной хана. Вот так-то, сволочь. Вот так-то. И, мне это интересно, это как засчитается? За одного босса или за двух? Так, а вот мины свои ледяные эти оставлю. Ну потом. Ай, глянь, ты что делаешь? О, это. Жалко, она своим этим урон не наносит. Ой.
Так, откидывайте, откидывайте. Слышь, да хватит толпиться, а, твари. На, сволочь. That little bitch won't be ruining the sewers with her rotting waste anymore. That damn stalker nearly caught me off guard. Да, мы сразу двоих укокошили. Как хорошо. Да, непростой был бой, конечно. Очень непростой. Фух, но мы справились. Сколько мне там осталось? Так, а что у меня было на двойку вообще? А, ну, арбалетный молот и стоял. Так, 4 аптечки, 8 зелий маны. Ну, нормально так, нам ничего не дало за это хорошее. Да, вроде бы нет. Блин, хотел одну укокошить, укокошил сразу двух. Ну, ладно. Фух, идем дальше. Мэтрес, а ты вообще в самом начале огреб и валялся весь бой. Я тут сам отдувался, фу. Еще всякое паскудство. Ну, вы-то для меня теперь уже не проблема. О, а, это мэтр делает, думаю. Меня уже гасят. Блин, почему ж ты так медленно умираешь, урод? Ой, дохни, тварь. Отдыхай. Мэтр, да уделайте эту тварь. Это ж не сложно. Как меня замораживает, дура. Ай. Тварь. А, фигня. На. Хитрожопая какая. Фух. Так, куда нам? Ага, вот, мы уже здесь. Обощенные мечники. Так. Еще ты, тварь, а? Как же ты задрал? Вот так вот. Ты, блин, крутой. Вылез упырь сраный. Так, вот это... А где ж как... Не... А, не то нравится. Так, квесты, 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 вот квесты. Как мне добраться, освободить дорогу у трупа принца, мне интересно. Так, ну ладно, пошлите гасить надсмотрщицу. Мне интересно, если я пошел к охотнице сначала, мне пришлось тогда с ними поодиночке драться. Хрен, ну ладно, уделали так, уделали так. Вот она, тварь. Так, ага, и мечники против нас, очень хрень, она их проботила. Мэтрес, давай, не подключай. Так, ага, это у нас тварь другого плана, а? Так, пишу, гниды. Ну, ну, отстаньте от мэтрика. Так, ну как вы меня задрали, а?
О, блин, Мэтреса нагнули, ай-яй-яй. Бляха, мне так... Ай-яй-яй. Да беги, брат, хватит, фух. Так, а вот тут с вами, ребята, мы будем толковать чуть-чуть по-другому. Вот здесь мне как раз ловушечки мои-то и пригодятся. Пошли нахер. На! Пнул он меня, ты глянь, что еще. Давайте. Ой, идиоты. А, стоп! Да твою мать! Я запорол квест. Так, извините, друзья, но я буду загружаться. Них надо было не убивать, наоборот. Так, значит, Мэтрос. Ставим тебе тактику. Будешь отвлекать врагов на себя. Давайте этих пробежим, нахер не надо. Что потом убьем? Так, стоп, нет, конечно, сюда. Так, пошли вон все. Мэтрис, не отставай. Потому что, блин, я думал, их надо вольнуть, они типа уже все порабощенные, а можно вольнуть чисто эту тварь. Тогда братюни-мечники, может, расколдуются типа. Задними ножками, как она пинается. Так. И бравые ребята. Да, нет, это ей фонд наносит. Так, и как мне, блин, это сделать? Это у меня вопрос. Можно как-то Мэтреса поднять, если я вот сюда, например, убегу? Нет? Ну, блин, это тупо табуном за мной носит. Так, я вообще не хотел его убить. Да, так долго можно бегать. Так. Так как ты задрала? Подожди, я не могу. Кинжалами ничего не лучше. А вот кто меня пускает, выбирает. Так, продолжаем. Блин, вот как мне победить ее, не убивая этих гусиков? А? Мэтрс тут валяется просто тупо. Да. А освободить мечников я раньше не мог. Блин, никак мне тут поступить. Да, урона, конечно, мне не особого не наносят. О, это тут остановилось. Но Мэтрс так и не поднялся. О, у меня жизни восстановились.
Ой, маразм. Да не тех ты бьешь, идиот. То почему целилась? На нее цель. Давайте в тупую бить будем. Кстати, может так что-то и получится. Так, только надо временами отступать для восстановления сил и магии. Чуть побегаем. Че это паскуда делает? Да, мне кажется, не такой уж и большой урон наносит, поэтому в принципе я выжить смогу. Так. На всякий случай подлечимся еще, хотя это мне даже особо, в принципе, не надо было. Да, хана тебе, тварь. Вот так, хватит меня бить, пацаны. Хватит. She was a tough one. Now I can see what Blackfrost saw in her. Spunky. I think we've pretty much taken care of the concubines. That just leaves the guardian and the palace. True enough. And doubtless you will be wanting to go back to the camp. It seems clear that once at Blackfrost's palace, we won't be able to turn round and go back. Понятно. Вот сейчас, когда мы... О, 25 уровень. Так. Убить со мечником будет смысл. Победить сравнение, убивать свободных мечников. Это... Да, так. Все. Всех спас. Молодец. Так, ребята, ну шо вы не скажете? Two of them went for him, and we were here like puppets, helping these bitches. Hey, over here, help us! Buffalo is free. Today isn't the day the Ice Lords get rid of him. Нам не затратить время, мы должны захватить этот участок. The camp is on the north road. Silban is still with us if you need help. We'll meet up again later. Так, давайте, ребята. Отчалите. А нам надо качнуться. Так. Что я там качал вообще? Что это? Урон при скрытом ударе. Вряд ли это уже понадобится, скажем, при действии на натиск. Блин, что качнуть-то? Так. Блин, я ж ничем не пользуюсь больше. Чё качать-то? Так, что вот это такое? Концентрация внимания.
Так, это вот эта способность, вот это. Давайте вот это, я не знаю что. Потому что больше не знаю, что качать. Так, тут нам ничего не нужно. Так, 2 очка. Ну что мы за 2 очка? Ни хера уже. Мы сделаем себе алхимик. Да. Мировой. Понятно. Так, кстати, подождите, что мне там дало? Вот. Мьёлнир. Мьёлнир какой-то. Так. Ну, что-то такое. Так, фух. Ну, хоть, блин, выжил. Справился. Так, что теперь у нас по заданиям? Освободить проход к трупу. Подойдите к входу во дворец Черного Иния. Так, а куда вот это идёт? Ага, да походу есть подойти к дворцу Черного Иния. О, как следует. Так, что мне осталось? Там две птички. Надо еще сделать. Помню уровень 25, что я походу больше за это прохождение не возьму. Так, лохи, мне сейчас не до вас, так что отвалите. Так, отвалили, отвалили. Так, так, давайте, не знаю, что делать. Так, хотя... Давайте, знаете, по времени уже пора завершать эту серию. В этой серии мы неплохо поработали. Уложили трех этих гнитских наложниц Черного Иния. Причем вот за этой дверью в битве мы дрались сразу с двумя. Там, это была, кстати, битва посложнее, конечно, сразу с двумя. Тут не надо было выживать. А в последней битве мне, в принципе, надо было быть просто аккуратным, чтобы не завалить своих... братюнь свободных мечников, а уложить ту наложницу было, в принципе, несложно. Так что следующая серия, не знаю, наверное, уже будет финальная или, может, предфинальная. Там мы уже займемся уничтожением последней наложницы Черного Иния, как хранительницы или как-то так, и потом уже самим этим черным ублюдком. Ну а сейчас всем удачи, всем пока!